Рэк идет? Да. Всем привет! В честь месяца самоизоляции решил писать видео на канал каждый день. Попробуем работать в таком формате, и за этот месяц вы узнаете, наверное, обо всем, о моих страхах, предпочтениях в сексе. Короче, сегодняшняя тема – моя первая любовь. Я думаю, как и у многих, у всех, моя первая любовь была в школе. Это, наверное, первая девушка, которая... Девочка! В 14, в 13 лет это еще девочка. Вот, первая девочка, которая обратила на меня внимание в плане как на... Ну, на парня, наверное. Но нет, она решила со мной дружить, скажем так. Я однажды был... В детском лагере, в школе, и там была одна девочка, ее звали Кристина. Вот, кстати, мне так нравилось имя Кристина, потом после этого. Я хотел дочь назвать Кристина, но сейчас не об этом. А вот, она просто, да. Девочку звали Кристина, и мы как-то пообщались немного в детском лагере, и в какой-то момент я спускаюсь с третьего этажа в школе с третьего этажа на второй, и она стоит такая, типа, привет. Я говорю, о, привет, там, чё, как жизнь, как дела, слушай. А может, мы созвонимся как-нибудь? И для меня это был шок. Она просто предложила, давай созвонимся, пообщаемся. Вот. Для меня это был шок, потому что это как бы первый опыт взаимодействия с девушкой. Это было такое, типа, давай. Ну, вот. Но я на самом деле ничего не имел в виду. Она просто дала мне телефон, говорит, 69-10, что-то там и так далее. Начал звонить, и как бы... И интересно, оказывается, с девчонками общаться-то интересно. И однажды она говорит, слушай, Хасан, приходи ко мне домой. Я такой, класс, давай, когда? Ну вот там завтра, бери мою лучшую подругу, тоже Кристину. Их было две Кристины, только одна Кристина для меня была вообще никак, а другая, вау. Ну, мы поехали на весь день. Мы там смеялись, угорали, пили чай. Мы валялись на кровати, смотрели клипы группы «Озон». И весело проводили время. В 8 вечера нам уже пора домой, и я отправляюсь домой, я еду... Маршрутки смотрю за окно, там закат, и я вот такой вот. А вот девушка очень произвела на меня какое-то впечатление, я не понимаю почему, в какой момент она мне так сильно понравилась, что я ехал и начал думать о ней. И у меня все мысли были о ней, и я смотрел в окно и такой типа, боже, она прекрасна. Потом... После этого я начал звонить. Звонил каждый день на протяжении года. Я приезжал в гости, но я такой друг. Я дружил с ней, вот, и я был самым близким, наверное, другом, мальчиком, который у нее был, вот. А признаться в своих чувствах, сказать ей, Кристин, блядь, ты мне так нравишься, я в тебя влюблен, я не мог, вообще никак не мог. У меня рядом с кроватью было... маленькое радио, и я всегда настраивался на волну 104.5, это радио «Максимум» в Волгограде, и тогда работала FM-кафе по четвергам «Нуждина», и я смотрел, лежал на кровати, смотрел на звезды в окне и слушал радио «Максимум» и думал о ней. Это меня так перекрыло, что это просто... это было круто, вот. Это, наверное, самая первая и сильная школьная любовь. А потом я однажды взял своего друга с собой к ней в гости. Что и следовало ожидать, друг в нее влюбился. Это был мой лучший друг. С ним это долго обсуждали, и он говорил, типа, Хасан, признавайся ей в любви, иначе я замучу с ней сам. И я не смог признаться в любви, и... мой лучший друг с ней замутил. После этого момента я перестал ей звонить абсолютно вообще, как отрубило. Я перестал ей звонить, перестал писать и общаться со своим лучшим другом тоже. Вот, они такие, странно, а что это Хасан перестал с нами общаться? А потом они разошлись, и в итоге я решил попробовать снова с ней замутить, но у нее уже был парень. И я ей признался тогда в своих чувствах, но она сказала, ты... странный. Оставляйте в комментариях ваши истории первой любви. Я с удовольствием с вами обсужу это. Будет здорово. Пока.